Есть такая песня Владимирский централ. Меня еще обычно будет на 11 туз. Чрезмерный размер. То есть вектор правильный, ну, мне нравится. В амфитеатре, ну, какие-то выступления, кинопоказы и так далее. Но чрезмерность этого объекта, ну, и несочетаемость с театром римской архитектуры, ну, и масштаб не стыкуется, и форма не стыкуется. Теперь вопрос, как воплотить это в прямом виде, задумку уважаемого архитектора, да, с вот такой сценой. И второе, да, ведь такая же сцена на Пешском поле, и когда две конкурирующие базы, они друг друга убивают. То есть Пешское поле будет умирать именно из-за того, что здесь создается новое Пешское поле. Дальше. У нас есть вопросы по исполнению. В Швейцарах у кинотеатра «Сесиль» покрыли серо-синим поликарбонатом, ну, пешеходный переход, омерзительно. Вот что из материала будет? Это травмоопасно, травмобезопасно, красиво, архитектурно. Вот, спасибо. Спасибо. Это абсолютно правильное замечание по